Вітаю вас, гість нашої студії, голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Аріков. Вадим Іванович, здравствуйте. Добрий вечір. Давайте начнем наш ефір з вопроса о командно-масштабних учениях, которые пройдут в нашем городе с 5 по 12 число. Итак, что это за учения? Что будет происходить в Микалкове? Вы знаете, какая обстановка в стране, и я неоднократно говорил, мы должны прежде всего думать об обороне, защите наших территориальных единиц, ну и, конечно же, Николаевской области и Украины в целом. Поэтому по поручению президента Украины принято решение провести учебные штабные учения по территориальной обороне. Непосредственно к ним проводилась подготовка и совместно с областной администрацией Николаевские военкоматы работали по оповещению и по мобилизации военнообязанных. Около 500 человек, которые будут размещены в палаточном городке, будут проживать более одной недели, где проведут подготовку по территориальной обороне, будут получены задания, которые будут отрабатываться для того, чтобы безопасность в нашем регионе была на высшем уровне. Заданий будет достаточно, они пройдут технико-тактические учения на полигонах, это и на Широколановском полигоне, и на Терновском полигоне, где будут поставлены задачи, которые им предстоит выполнить. Я непосредственно со своими замами буду присутствовать на всех учениях. Вот, и, конечно же, сегодня вот мы посетили палаточный городок, проинспектировали его для того, чтобы понимать, в каком состоянии он находится, потому что там будут проживать наши николаевцы. Посмотрели условия, где будут проживать военнообязанные, мобилизованные. Вот, достаточно нормальные для того, чтобы пройти подготовку, учебную подготовку в кратчайший период. Будет сформирован 11-й стрелковый батальон территориальной обороны, который будет работать в постоянном режиме и, соответственно, по мере необходимости будут созываться на такие учения вот непосредственно наши военнообязанные, которые будут входить в данный батальон. Вот, я больше скажу, что большинство из мобилизованных граждан – это и офицеры, это и те люди, которые добровольно пришли и написали заявление, что, соответственно, тоже достаточно внимательно изучались материалы и эти люди для того, чтобы провести вот такие масштабные учения в Николаевской области. Учения пройдут по всей территории Украины и во всех областях будут проходить в этот период территориальной обороне учения. Вадим Иванович, следующий мой вопрос касается летнего сезона. Я бы с вами хотела поговорить, конечно же, о его начале. И, наверное, одним из таких все же вопросов важных, это то, что же будет с нашей Кинбургской косой. Она останется в Николаеве или будет она переходить к Херсону, будет она относиться к Херсону. Что же будет дальше, куда нам ездить отдыхать-то теперь? Знаете, у нас достаточно мест для отдыха, и я буквально неделю назад посетил Кинбургскую косу с рабочим визитом, где встретился с представителями местной общины, депутатами, просто жителями Кинбургской косы. Мы обсуждали ряд вопросов, в том числе вопросы и инфраструктуры. Со мной присутствовал глава районной администрации Очаковской. И данные вопросы тоже задавали, что, извините, но сегодня нам тяжело в зимний период времени, у нас практически нет сообщения с районным центром, и вот мы, возможно, бы подняли вопрос к присоединению Херсонской области. Но вы знаете, на самом деле это решение принимается не на областном уровне, а на уровне Кабинета министров и затверживается Верховной Радой. Поэтому сегодня те
дружеские заявления, которые, предложения, которые исходят по поводу передачи в Херсонскую область, но я не вижу пока смысла, потому что ближайшие населенные пункты находятся еще дальше, нежели город Очаков и Очаковский район. Поэтому здесь необходимо думать об инвестициях, необходимо думать о инфраструктуре населенного пункта города Очакова и Очаковского района. Ну и, конечно же, если говорить в целом о законе об объединении территориальных общин, но это добровольное объединение, и, соответственно, это говорится только в рамках региона, Николаевского региона. Поэтому Покровский сельский совет может объединиться с городом Очаковым и присоединиться к городу Очакову. Покровский сельский совет может объединиться там, с селочной радой Куцуруп Очаковского района и так далее. Другой вопрос, что необходимо вот более четко и тщательно прорабатывать, причем специалистами и также с местным населением по поводу сообщения, по поводу улучшения их жизнедеятельности в населенных пунктах. Здесь я полностью согласен. Ну и, конечно же, если будет инфраструктура, значит, сразу же будут заинтересованностью инвесторов строить отели, строить различные другие центры, которые смогли бы приносить прибыль в местную казну. И за счет этого уже бы развивался населенный пункт. У нас однозначно Кимбургская коса будет, и мы будем отдыхать как на Кимбургской косе, так и в Коблево, Рыбаковке, Очакове. Сегодня вот многие просто не понимают по поводу реформы, которая очень важна на самом деле не только Николаевской области, но и всей Украине. В первую очередь с экономической точки зрения, потому что большая громада выживет, маленькие громады, к сожалению, не могут выживать. Я вам приведу пример. В Радевском районе есть школы, которые заполнены, к большому сожалению, от 10 до 20%. И эта нагрузка ложится на бюджет. И поймите, что сегодня мы должны экономить, и сегодня тогда мы сможем развивать. Когда громада будет сильная, когда она будет объединена, тогда и местные налоги, о чем мы неоднократно говорили, об экономической децентрализации, смогут выживать, и тогда они смогут инвестировать в свои инфраструктурные объекты, которые необходимы громаде. И это очень важно, поэтому сейчас рассматривается ряд проектов по нашим районам, по объединению таких вот громад. Это план, это перспектива, проект, который будет утвержден сессией областного совета, и по этому поводу будет проводиться внеочередная сессия, на которой будет озвучен перспективный план. Но перед этим он согласовывается, перед этим он обсуждается в каждом населенном пункте, он обсуждается в районах, в городах. В четверг мы запланировали проведение коллегии обладминистрации, на которой также будет рассматриваться вопрос вот как раз территориальных объединений. И в том числе там коснется и города Николаева, и города Очакова, и города Вознесенска. Но поверьте, что в этом если приводить пример, это вот Польша. Польша 10 лет назад, когда они начали работать над объединением территориальных общин, и поверьте, что сегодня экономический рост Польши и, соответственно, бюджеты местных советов, ну, превышают наши бюджеты в разы. Это первое. Второе, мы смотрим и говорим сегодня о децентрализации. И вот что касается политической и экономической децентрализации на местах, то мы уже сегодня видим результаты. Сегодня город Николаев более 130% по итогам полугодия. Сегодня другие города и районы нашей области более 110-120%. В целом по итогам полугодия в области прирост 122%. Местных налогов. И это все-таки результат, еще раз повторяю, не инфляции.
не инфляции, как многие пытаются критиковать, а это результат как раз экономической децентрализации. Поэтому данная реформа, она сложная, но она важная и необходимая. Только тогда смогут выжить наши населенные пункты. Никто ни у кого власть не забирает, ни у одного из председателей сельских советов. Они останутся, и они будут избираться, и осенью этой будут избираться на местных выборах, и в дальнейшем будут иметь представительство в исполкомах района города. Поэтому просто необходимо объяснять как населению, так и нашим чиновникам, и прежде всего депутатам. И еще раз хочу сказать, что это перспектива, это план, который необходим, по которому мы будем жить и работать. Что касается еще раз Кимбургской косы, Кимбургская коса – это Николаевская область, Очаковский район. Мы все будем отдыхать, независимо от того, какое будут принимать решение депутаты местных советов на Кимбургской косе. Но я уверен, что достаточно депутаты грамотные, патриоты своего края, и у них сегодня есть также ряд проблем, которые мы с ними обсудили и требуют разрешения, в том числе и связанные с квотами на вылов рыбы, в том числе и по объединению их как общественная организация охотников, которую также необходимо легализировать и необходимо с ними заниматься для того, чтобы они имели право охотиться в той зоне, где нет сегодня национального и регионального парка. И многие-многие другие вопросы. У нас такое достаточно было бурное обсуждение. Вот, ну, для этого у нас еще будет о чем говорить и будет принимать какие решения. Вот поэтому мы готовы к сезону. Коблево буквально на прошлой неделе также проходило ряд совещаний, вот, презентаций туристическим компаниям нашего региона. Но я всегда заявлял и буду заявлять, что мы должны работать над сервисом туристическим, потому что на самом деле он сегодня у нас очень слаб и низкого качества. И поэтому нам необходимо создавать, нам необходимо думать, как улучшить прежде всего инфраструктуру. У нас нет курортных, к сожалению, зон. И сейчас вот нами поставлена задача, чтобы в Николаевской области мы все-таки разработали и приняли курортные зоны, потому что они необходимы. Это опять-таки привлечение средств, привлечение инвестиций на эту территорию. И важно, еще раз говорю, важно, чтобы те зоны отдыха, которые у нас есть, там, где размещены и детские лагеря, там, где размещены и базы отдыха, и гостиницы, чтобы они были в надлежащем виде. А для этого необходимы средства, для этого необходима инфраструктура. И вот над этими проектами мы должны работать совместно с местными громадами, потому что село Коблево, сельский совет, в этом году также на 30% увеличен бюджет и за счет местных налогов. И вот местная громада должна контролировать, и те же предприниматели, которые сегодня работают на территории поселкового сельского совета Коблево, также должны принимать решения, советовать в радах предпринимателей, куда тратить те средства, которые пришли в бюджет развития. Вадим Иванович, следующий мой вопрос к вам касается судьбы Николаевского морского порта. Его сотрудники, портовики бьют во все колокола в отношении сложившейся ситуации на предприятии. Совсем недавно был решен уже кадровый вопрос, но проблем осталось немало, и в первую очередь портовиков волнует сокращение, которое якобы грядут. Была направлена резолюция министру инфраструктуры, ну вот все же кадровый вопрос уже решен. Каких ждать изменений в нашей портовой отрасли? У нас в морехозяйственном комплексе достаточно проблем. Но поверьте, что эти проблемы не 2015 года. И поверьте, что над ними также необходимо работать с экспертами, специалистами, профессионалами. И то назначение, которое произошло 29 мая, назначен исполняющий обязанности администрации Николаевского морского порта Александр Попов, это человек-профессионал.
И в этом убедится и трудовой коллектив, и мы вместе с вами. Что касается в целом предприятия, филиала администрации морских портов Украины, я вам хочу сказать, что это легендарное предприятие, история у которого от экономики до развития колоссальная. Я вам хочу сказать, что в этом году они дали такой экономический большой результат. Более 12 миллионов тонн они перевалили. Это рекорд, который поставлен нашим морским портом. Поэтому над программами необходимо работать, над инвестициями со стороны государства необходимо работать. Но для этого не просто говорить на словах, а для этого должны быть документы, для этого должны быть проекты, под которые уже непосредственно как в Министерстве инфраструктуры защищаться, так и в администрации морских портов Украины. И тогда можно получить финансирование. Что касается бывшего руководителя Иванюка, ну, я не критикую его, это решение крупной государственной организации, которую принимает непосредственно министр инфраструктуры. Я знаю, что направлена данная резолюция. Мне также пришло на мой адрес, и я сказал, что трудовой коллектив я как поддерживал ранее, так и буду поддерживать. Что касается увольнений, сокращения, его сегодня не будет. И об этом уже заявил министр. Сегодня руководство администрации, сегодня руководство порта работает над тем, чтобы сохранить профессионалов, чтобы сохранить коллектив, чтобы увеличить объем инвестиций, чтобы спроектировать новые проекты, которые необходимы сегодня в нашем торговом порту. И вот это основная цель и задача нового руководителя Александра Попова. Данный вопрос мы также будем поднимать, развитие морской отрасли в Николаевской области будем поднимать на комитете, выездном комитете, который, надеюсь, что пройдет в ближайшее время в Николаевской области. Вот, это и вопрос дна углубления нашего канала, это и вопрос строительства новых терминалов, это и вопрос подъездных путей, это вопрос и логистики, потому что у нас сегодня, к большому сожалению, территория порта находится в черте города, в центре города, и весь грузопоток проходит через центр города, причем это многотоннажные машины, которые идут и днем, и ночью, и для этого тоже необходимо регулировать, и для этого тоже необходим отдельный проект. И вот с данными проектами и задачами сегодня пришел Александр Попов. Я уверен, что бывшему руководителю Иванюку Василию Владимировичу обязательно будет найдено место в администрации, в Министерстве инфраструктуры, в администрации морских портов Украины, в Министерстве инфраструктуры, потому что он профессионал, и я думаю, что его потенциал необходимо еще использовать для государства. Вадим Иванович, давайте еще поговорим о николаевском спорте, о его поддержке. 2015 – это предолимпийский год, и что делается для привлечения спонсорской помощи? Вообще, что делается для поддержки наших спортсменов? Со стороны администрации и депутатов областного совета финансируются школы. Вот, мы увеличили бюджет от 11 до 15% по этому году. Но вы знаете, что спортсменам всегда не хватает средств, потому что они постоянно находятся в тренировочном процессе, они постоянно передвигаются по соревнованиям, по стране, сборам, и для этого необходимо финансирование. Буквально на прошлой неделе был избран новый руководитель регионального международного олимпийского комитета, народный депутат Борис Козырь.
совместно с членами Олимпийского комитета было принято ряд решений по поводу перспективного сотрудничества с крупными предприятиями, которые могли бы оказать финансовую поддержку нашим спортсменам, спортсменам-олимпийцам, которые смогут попасть на Олимпийские игры, потому что это предолимпийский год, в 2016 году пройдет Олимпиада, и Николаевская область, как всегда, была в лидерах у олимпийцев. И я думаю, что у нас достаточно спортсменов, которые будут представлять не только Николаевскую область, а и Украину на Олимпийских играх. Поэтому самое главное, конечно же, это финансирование. Над этим сегодня работают и члены исполкома МОКа, и непосредственно новый руководитель Борис Козырь. Я, с своей стороны, конечно же, буду рекомендовать спонсорам, чтобы меценатам, чтобы они оказывали поддержку нашим спортсменам, потому что это гордость Украины, это гордость Николаевской области, и, конечно же, это спорт — это мир, спорт — это здоровье, и мы должны заботиться о будущем нашего государства и о нашей молодежи. Поэтому мы однозначно работаем в этом направлении, и я думаю, что 2016 год в плане олимпийцев у нас будет результативным и достаточно эффективным. Вадим Иванович, спасибо вам большое за эфир, спасибо вам большое за то, что вы ответили на все мои вопросы. А нашим телеглядачам я хочу еще раз нагадать, гостем нашей студии был глава облдержадміністрації Вадим Маріков. На все добре. We'll be right back.